Друзья, всем привет! Сегодня, как всегда, решу для себя и для вас огромную проблему. Мы впервые у нас в компании пробуем новую технологию по спасению окон от ремонтно-отделочных работ. Как вы знаете, окна обязательно надо защитить, потому что во время демонтажа, штукатурки, шпаклевки попадает грунтовка, окна все засираются, царапаются, потом их очень тяжело отмыть, особенно когда ремонт идет в старом фоне в течение года. С этими окнами просто потом будет огромнейшая проблема, и поменять их будет очень дорого, потому что такое окно стоит от 30 до 50 тысяч, когда у вас сделана отделка, это вообще превращается в полный кошмар. Пленка – это ненадежный способ защиты. Почему? Потому что, во-первых, ей тяжело защитить полностью всю поверхность, особенно где-то за рамами и петли. Постоянно она у нас отваливается. Это реально мы не специально сделали. Пришли на объект, и после демонтажа уже скотч отвалился. Причем дешевый скотч настолько прилипает к окнам, потом целая проблема его отмыть. А дорогие скотчи, ну, они стоят опять-таки денег. И мы несколько раз в течение ремонта эту пленку снимаем, заново делаем, опять человеческие ресурсы, и на это тратим довольно много времени, сил, и результат не стопроцентный. Наконец-то технологии идут вперед. Мне друзья-прорабы с Москвы подсказали технологию Protectapeel, которую вы сейчас видите. Я вам покажу, как она легко наносится. Благодаря Protectapeel мы можем с вами просто пульверизатором либо валиком покрыть окна. У нас полностью идет защита по всей площади, даже труднодоступные места все у нас защищены. Мы можем прорезать, отдельно открывать каждую створочку и через год спокойно снять целым полотном, как резина, Protectapeel, и быть уверенными, что у нас окна сохранятся такими же, какими были до его нанесения. А теперь давайте я быстро вам покажу, как подготавливается и как наносится Protectapeel. Обязательное условие, друзья, что все наклейки абсолютно с окон мы должны с вами снять. Никаких наклеек, никаких кругляшков остаться у нас не должно. Но окна мыть не надо. Прямо на пыльную поверхность, даже если она вот такая пыльная, посмотрите. Ничего вам дополнительно пылесосить мыть не надо. Наносим прямо на пыль. Все это садгизирует вместе с Protectapeel, создастся пленка, а часть вообще, когда вы безвоздушником наносите, просто сдуется. Protectapeel бывает в двух емкостях 15 кг и 1 кг. Естественно, 1 кг это небольшой объем, это только если у вас надо что-то докупить, доделать. Обычный объем 15 кг. Такое ведро стоит порядка 25 тысяч рублей, и им вы сможете покрыть 50 квадратов окон. На каждой банке есть инструкция, и, естественно, ее надо обязательно почитать, ознакомиться, это всегда полезно. Не стоит рассчитывать только на мое видео, и внутри лежит такая классная штучка. Это измеритель толщины наносимого слоя. Посмотрите, у нас слой должен быть от 250 до 350 микрон. Как это делается? Вы просто прикладываете на поверхность и смотрите, какие зубцы испачкались. Если вы увидите, что у вас испачкались там 300-350, значит слой правильный. Если вы сделаете слой слишком тонкий, у вас Protectapeel потом будет сниматься, кусками обрываться. То есть вы потратите гораздо больше времени на его съем, ну и защита будет хуже. А если вы будете делать больше, у вас слой будет 600, то это просто двойной перерасход материала. Друзья, очень важный момент. Вы должны понимать, что он сделан на водной основе. Как выдумбляционные краски, его нельзя наносить на предметы отрицательной температуры и при отрицательной температуре. Желательно, чтобы было хотя бы от плюс 5, а еще лучше плюс 15. Ну, внутренняя отделка вообще всегда делается, когда минимум должно быть плюс 15, иначе просто он замерзнет. И какого-то резкого запаха здесь абсолютно нету, и средство защиты вы используете просто для эстетики, чтобы вам там не попало что-то в глаза, ничего в нем вредного абсолютно нет. Если вы уже пользовались ведром, его открывали, и через 2 месяца решили опять им воспользоваться, у вас может образоваться под крышкой пленка, либо на нем пленка. Обязательно ее аккуратно снимите, иначе вы просто забьете свои пульверизаторы. Друзья, сейчас мы нанесем Protectapeel прямо на грязнющие окна, смотрите. Ничего пылесосить не надо, это огромнейший плюс, видите, какой слой пыли. Все это вместе с ним потом замешается, часть сдуется, и никаких проблем абсолютно не будет. Он натянется, когда высохнет на окне, и будет наши окна защищать. Сейчас мы нанесем его в два слоя, без воздушкой, и потом дополнительно сделаем измерение, и потом дополнительно пройдемся еще третьим слоем по рамам. Thank you.
Теперь наносим второй слой перпендикулярно первому. Далее проверяем наш слой. Здесь видно, что мы с вами испачкали краешком 350 и 300. Значит, слой правильный. 300-350 микрон. Больше делать не надо, но и меньше не должно быть. Друзья, так как рамы у нас не гладкие, с изгибами. Видите, у меня вот здесь не прокрас небольшой. Мы с вами берем и дополнительно на третий слой еще покрываем все рамы. Все, видите, все непрокрасы у нас ушли полностью. Ни одна пленка год на окне не проживет. Протектопил вы делаете один раз и до самого конца. И она не боится света, и в конце очень легко снимется. Как всегда, вам самим решать взвешивать свои трудозатраты. Я лично сейчас постараюсь всю нашу компанию и все наши окна защищать именно таким способом. По поводу того, как он снимается, я тренировался, так как безвоздушка работала первый раз, тренировался на стене, он уже здесь подсох, посмотрите, даже с пыльного кирпича я могу спокойненько его снять, хотя я здесь делал всего на один слой, посмотрите, как он легко снимается. То есть, если бы я сделал на кирпиче его на два слоя нормально, то я бы с кирпича полностью мог бы его снять единым полотном.